Так, мчимся. Натер с ладошек ручничок, смешал по дозе табачок, курнул, ну вроде не навоз, кентишка дунул паровоз. Ну что могу сказать, увы, афганка, да повеселей. А так сидим, глядим в окно, прибило так, что все равно. Пошел по комнате дымок, дымок окутал потолок. Дымок, пошел по комнате дымок. Вдруг сзади кто-то нам салам, но мы в ответку пополам. Зашел кентишка из налива, закинул 8 литров пива. Ну что могу сказать, увы, афганка, да повеселей. А так сидим, глядим в окно, вообще прибило на говно. Дымок, пошел по комнате дымок. Дымок, дымок окутал потолок. Дымок, пошел по комнате дымок. Курнули снова ручничок, с него поймали шугнячок, опять прогнали паровоз, прибила, сука, аж до слез. Ну что могу сказать, ой-вей, афганка, да повеселей. А так сидим, глядим в окно, там дождь идет уже давно. Дымок, пошел по комнате дымок. Дымок окутал потолок. Дымок, пошел по комнате дымок. Дымок, дымок окутал потолок. Это 2,5 минуты просто личное моего. Безумно поднятие настроения. Что-то у нас этот эндорфины, да, поднимаются. Господи, у него еще это. Вот это Игорь Цыба, да? А это не актер? Нет, сам. Игорь Цыба. Что-то очень знакомо на самом деле. Может быть, он где-то в каких-то сериалах короткой роли играл, не? Офигеть, конечно. Слушайте, вот это его походка от бедра. И вот это вот красная его вот эта майчонка, которая там чисто вот в красной майчонке, он просто... Как будто, знаете, вот за спиной у него диджей Смэш наваливает битло, да? И просто, и деда, типа, попробуй, дед, ну давай. А ну а чё, давай. Слушайте, ну это тот, конечно, случай, когда... Ну, когда это идет дальше, я не знаю. Чисто майка оттопыренная, пузо, это видно. Дымок, ё-моё. Господи. Дымок. Идёт по комнате дымок. Дымок. Я на секунду представила кавер на этого деда сделать, господи. Дымок. Как успокоиться? Блин, не, угарно. Угарно и вообще просто. Пошел по комнате дымок. Ну, это, ну да. Ты вот это слушаешь, это чисто можешь весь день потом это крутить и всем дымок. Пошел по комнате дымок. А, исполнитель шансона. Нифига себе. Блин, а я дату не посмотрела выхода клипа. Просто как бы, ну, такой современный бит танцевальный. И чисто, ну, видно, что такой чувак, да? То есть дед прям шансонье, да? То есть прям это, состыковали несостыкуемое. Я не знаю, как я буду оценивать.
Ну, мы же когда-то как-то выбрали этого Ганвеста, поэтому как-то придем к чему-то логичному одну. Я прочитала «Хочу петрушек», а потом «Ватрушек».